находимся мы возле библиотеки Пришвина. Рядом со мной библиотекарь Ольга Григорьева. Стоим мы на улице, но вовсе не потому, что нас там злой библиотекарь, например, не пустил в библиотеку, и не потому, что мы в Черемушках. Ну вот просто нет сигнала рядом. Вот поговорим с вами все равно про фестиваль, который стартует 10 сентября, все верно? Да, все верно. Вот, ваше мероприятие стартует 11 уже числа. Будете читать сказки, насколько я понимаю. Очень-очень люблю сказки, поэтому расскажите, какие сказки все-таки будете читать. Доброе утро, красноярцы. Да, фестиваль у нас пройдет с 10 по 25 сентября, но наша площадка будет действовать с 11 по 15. Будем читать мы сказки народов Сибири, причем читать будем не мы и даже не наши ребятишки, а будут участвовать в этом сами актеры нашего красноярского ТЮЗа. На это мероприятие мы приглашаем всех желающих. Это будет у нас проходить каждый день в 3 часа в читальном зале нашей библиотеки в такой домашней непринужденной обстановке. Посетить могут все желающие. В основном мы приглашаем семьи, потому что это как бы пропаганда такого семейного чтения будет. Вот как бы приглашаем всех желающих, не только жителей микрорайона Черемушки, но и всех горожан. А фестиваль называется «Язык мира», насколько я поняла, вот из вашей... «Язык мира», да, организует его наш красноярский ТЮЗ. Там будет очень большая, обширная программа, ну и вот мы являемся частью всего этого замечательного действа. Еще также хотела бы сказать, что у нас будет кастинг проводиться, то есть все желающие могут почитать вместе с актерами ТЮЗа, поучаствовать вот в этом чтении. Ну, для участия в кастинге необходимо будет записать такую короткую видеозапись, на которой все желающие могут прочитать стихотворение или легенду, или какую-то сказку и отправить нам на электронную почту или принести на электронном носителе к нам в читальный зал. Ну и по итогам отбора есть шанс поучаствовать с актерами ТЮЗа вот в этом мероприятии. Большое спасибо, Ольга. Я напомню, что с 11 по 15 число все здесь будет проходить по адресу Волжская, 29, библиотека Пришвина. В 15 часов каждый день вас ждут. Спасибо. Студия, вам слово.